Скажите, пожалуйста, сколько раз в Гагаузской автономии обещали построить аэропорт? Скажите, пожалуйста, сколько можно обманывать людей всякими невероятными обещаниями и страшилками? А я здесь отвечу. Наших сограждан, неважно, где они живут, в Гагаузской автономии, или в Бельцах, или в Кишиневе, или там на севере, будут обманывать до тех пор, пока люди будут позволять себя обманывать. Потому что мы же взрослые люди. У нас уже 30 с чем-то лет независимости. Мы участвовали в выборах. Мы должны научиться извлекать уроки из наших ошибок, если не научились еще извлекать уроки из чужих ошибок. Поэтому, когда сегодня обрушивается из разного рода телеграм-каналов или даже телевизионных каналов все эти страшилки, все эти обманы, все эти обещания, то мы, граждане Республики Молдова, должны понять, что у нас есть свое достоинство, своя голова в конечном итоге, и не должны позволять обманывать себя.